Приветствую вас на канале Час Ремонта. В этом обзоре расскажу про бензиновый генератор AI Power A3500X. Подпишитесь на канал и активируйте колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. О лучших ценах и актуальном наличии вы узнаете из подборки ссылок, ее оставлю в описании. Буду рад вашей поддержке, комментируйте видео и ставьте лайки. Защита от сколов и царапин. Фирменное защитное покрытие на раме и баке AI Power Heavy Duty Protection защищает от быстрого износа рабочих поверхностей бензинового электрогенератора. Усиленная конструкция выдерживает вес человека до 100 кг. Увеличенный срок эксплуатации бензиновой электростанции. Полная комплектация. В комплекте с генератором идут вилки на все розетки, предусмотренные в данной модели генератора. Воронка для залива масла, свечной ключ. Возможно, доукомплектация транспортировочным комплектом, колеса и ручка для удобства перемещения. Электрогенератор AI Power A3500X укомплектован 4-тактным гильзованным OHV двигателем объемом 223 кубических сантиметра с ручным запуском. Объем масляного картера 0,6 литра, бензин АИ-92. Этот генератор с максимальной мощностью 3500 Вт и номинальной мощностью 3000 Вт работает до 14 часов при 100% нагрузке. Это уникальная модель, которая может выдержать 7,4 кВт пусковой мощности. Такая особенность очень пригодится для подключения техники с электродвигателем, которая требует высокой пиковой мощности при запуске. На панели управления находится одна стандартная розетка 230 вольт 16 ампер, одна силовая розетка 230 вольт 16 ампер и разъем USB, от которого можно подзарядить смартфон, планшет и другие гаджеты. На цифровой дисплей в режиме реального времени выводятся сведения о работе генератора. A3500X оснащен автоматом защиты, который при перегрузки предотвратит выход из строя и остановит генератор. Такая система защиты предотвратит запуск двигателя при снижении уровня масла. 100% медная обмотка альтернатора, гарантированная выдача заявленной мощности. Электронный регулятор оборотов нового поколения. Генератор вырабатывает ток с максимально стабильным напряжением. Уникальный серийный номер. Каждый электрогенератор имеет собственный номер, что обеспечивает защиту от подделок и контроль качества генераторных установок. Проанализировав отзывы, я выделил основные негативные и позитивные моменты, сейчас поделюсь с вами, начну с отрицательных. Работает периодически неустойчиво. Отсутствие колесиков для транспортировки. Невозможно сделать систему вывода выхлопа. Тяжелый. Теперь перейдем к положительным. Качество изготовления. Счетчик моточасов. Хорошая комплектация. Сделан на вид качественно. Есть нормальная инструкция. Бак 25 литров. Выдерживает большие пусковые токи. Хорошо запускается в мороз. Работает тихо, напряжение не скачет. Обратная связь важна для нас, поэтому поддерживайте канал лайками и комментариями. Напоминаю, что ссылки на полные характеристики и выгодные цены оставлю в описании под видео. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. До скорой встречи на канале Час Ремонта!